Всем привет! Сегодня мы приготовим картофляники, национальное белорусское блюдо. Итак, поехали! Отварили картофель, добавляем кусочек сливочного масла и чуть-чуть растительного. Все это дело взбиваем миксером. Затем добавляем одно яйцо и 2 столовых ложки муки. 1, 2. Добавим еще чуть-чуть перца и соли. И опять же все это дело перемешаем. После того, как перемешали, взяли противень, налили чуть масла, смазали формочку нашу. Затем масло немножко на руку. И делаем с картофеля шарики. И все это дело отправляем в духовку на полчаса. Прошло полчаса. Заливаем это дело все сметаной. И отправляем еще минут на 10-15 в духовочку. Сметана наша запеклась, соответственно, наше блюдо уже готово. Осталось только пробовать. У нас получилось нежнейшие картофляники. Очень вкусные. Пробуйте, готовьте, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!